сразу две даты в этом году отметит Госархив. 100 лет назад начала комплектоваться государственная служба первоисточников. И 3/4 века исполняется запаснику новейшей истории. Сегодня архивариусов поздравил депутат Госдумы Владислав Третьяк. С подробностями Эдуард Истомин. Эти кадры навсегда войдут в историю. Знаменитый Третьяк чистит от пыли архивные документы. Делает это с помощью специального прибора, ведь если пыли нет, то и раритет сохранится намного дольше. Но спасет его не только этот станок. То есть переводим документы в электронный вид, создаем электронный фонд пользования для того, чтобы сохранить документы на века, чтобы читальные залы пользователям выдавать электронные архивные копии. А это как раз читальный зал. Здесь посетители черпают факты из первоисточников. Один из пользователей готовит доклад по истории спорта. Для него из запасников извлекли раритет. Путь к нужному стеллажу лежал через это колесо. Что-то похожее прославленный хоккеист видел в Торонто. Все то же самое, как у вас, так же вот сделано. И у них все эти формы хоккейные, весь инвентарь, вся история. А вот ключевая экспозиция учреждения. Ее организовали к вековому юбилею. На выставке «История областного архива». Это документальные факты и фото, а еще награды, плюс благодарные отзывы. Ведь с помощью архива многие посетители обрели свое генеалогическое дерево. Вот за границей как-то интересуются больше своими предками. А мы как-то вот немножко вот сейчас только вот какая-то мода пошла. Потому что это интересно, правда. Кто же у тебя был? Откуда у тебя гены твои? И, конечно, эти люди действительно, который здесь работает, мне хотелось бы их всех поздравить, потому что сейчас 100-летие, вот, и депутатский корпус от себя лично. Другая дата, хоть и не круглая, но также знаковая. 2 года назад Госархив переехал в это 5-этажное здание с ремонтом. Новые помещения, современные стеллажи и цифровая техника значительно подняли планку архивного дела в области. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск.